Солнце, заполнив небо красками заката, скрывается за крышами домов. В это время сквер в административно-деловом центре Шымкента оживает. Под приятную мелодию возле фонтана играет местная детвора. Ребятишки катаются на самокатах, скейтбордах и велосипедах. Их родители любуются вальсирующими струями отремонтированного источника прохлады. Отлично! Отлично, слов нет. Первый раз здесь, рядом живем. Первый раз здесь. Да. Обалденно. Нравится. Вечером можно выходить, любоваться. Шымкент процветает. Не обидно за наш город. Гордость какая-то. Ну, что построили такой фонтан. Ну, в общем, приятно даже. Под звуки классической музыки фонтан в административно-деловом центре торжественно запустили 30 мая. Под звуки музыки струи поющего фонтана в административно-деловом центре Шымкента устремляются ввысь. Запуск стал возможен после того, как здесь были проведены восстановительные работы украденной электропроводки. В зимний период поющий фонтан был дважды атакован вандалами. В результате нечистые на руку горожане нанесли ущерб в размере 600 тысяч тенге, украв порядка 850 метров электрического кабеля. Для предотвращения подобных случаев представители ГКПЖ Сылкала в трех местах установили видеокамеры. Все поломки мы устранили собственными силами за свой счет. После восстановительных работ мы очистили и провели контрольную проверку механизмов поющего фонтана. На 6 гектарах сквера в административно-деловом центре Шымкента высажено более 50 тысяч роз и порядка тысячи саженцев деревьев. Бахром Абдуллаев, Эльдар Жанусканов, Саид Ахметов, информационная служба телекомпании «Утрар».